Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о таком состоянии, как забитость мышц. Это термин, которым очень часто манипулируют наши спортсмены, наши фитнес-инструктора. В науке этот термин звучит по-другому, и называется он крепатура. Проявляется данное состояние выраженным мышечным жжением, выраженной мышечной болью. Почему происходит такое состояние и как оно происходит? Большая нагрузка тяжелыми весами. Как справляться с такими состояниями? Работая со своими пациентами, я рекомендую им мною разработанную пошаговую такую стратегию. Во-первых, динамическая нагрузка. То есть мы убираем всю работу с большими весами. Тянем и растягиваем мышцы. Будь то статическая растяжка, либо динамическая, в зависимости от того, какая мышечная сила вам необходима на данный момент. Расслабление мышц. Для этого используются различные методики и техники массажа. Также улучшение кровотока. Для этого используются теплые процедуры, это наши теплые ванны. Если вот такая пошаговая стратегия в вашем случае неэффективна, значит, вы неправильно разобрались в вашем состоянии, и вам нужно обратиться к врачу. Также раньше существовало такое мнение, что нельзя высвобождать молочную кислоту в кровоток. Фитнес-инструктора, тренера говорили о том, что это вредно для организма. Как раз таки наоборот. Молочная кислота очень активно и эффективно справляется с различными микроорганизмами. Если эта информация была вам полезна, подписывайтесь. Всем спасибо, всем пока.